Вот, это будет в том углу гардероб, uh-huh. там будет также светло, это будет входная группа, предусматривается. Вот. Это будет выглядеть как магазины. То есть, вот эти, то есть они будут матированные стекла, чтобы не было вот этого колхоза. Да. Ремонт областной клинической больницы начнется, как и положено, с самого входа. Холл здания поменяет интерьер и цветовую гамму. Все для удобства посетителей. Но главные изменения произойдут на верхних этажах медицинского комплекса. У нас грандиозные планы по поводу ремонта самих отделений. Начнем мы с 9, 8, 7 этажей. Тоже планируем их в этом году начать и закончить. И у нас в планах все-таки параллельно заниматься системами водо-теплоснабжения, проинвентаризировать их, и все, что сможем в этом году, мы заменим. Первым в очереди на ремонт ожоговое отделение. Там работы начнутся уже в мае. На полную замену всех покрытий и помещений отводится всего лишь 3 месяца. Также в здании запланированы и другие обновления. В конце 2020 года мы сделали ремонт всей кровли областной больницы. Значит, у нас проведен аукцион на швы, с которыми, к сожалению, была у нас проблема все время. Сейчас их отремонтируют. И также у нас уже состоялся аукцион по замене всех окон в областной больнице на пластиковые. Также губернатор ознакомился с недавно поступившим современным оборудованием больницы и пообещал медикам помогать и в дальнейшем переоснащении главной лечебницы области. Евгений Вдовенко, Амурское областное телевидение.